Многие любители футбола наверняка знакомы с таким явлением, как футбольный фристайл. Что это такое? Спорт или целое искусство? Существует ли он в нашем городе? Сейчас попробуем разобраться и проверить, насколько тяжело самому освоить какой-либо эффектный прием. Ну, выглядит несложно, надо попробовать. После упорных попыток повторить удалось не все. Для исполнения более сложных элементов нужен наставник, который на своем опыте прошел все стадии освоения фристайла. И такого профессионала в Саратове мы нашли. Это Руслан Тарасов, многократный призер всероссийских чемпионатов и чемпион России по футбольному фристайлу в дисциплине апперс. Мне хотелось создать именно школу, секцию, чтобы помогать ребятам, а те, кто хочет, но как бы не знает, с чего начать. Футбольный фристайл – довольно молодая дисциплина, однако уже сейчас есть ее преданные фанаты. Регулярно проводятся мировые чемпионаты по фристайлу, в том числе и в нашей стране. Во фристайле есть три основные дисциплины. Ловерс – трюки, выполняемые ногами в позиции стоя на земле и совершая различные обороты вокруг мяча. Апперс – все трюки выполняются на верхних частях тела – голова, плечи, грудь, шея. Ситинг – дисциплина, в которой трюки выполняются сидя и лежа на земле. Фристайл в Саратове пока не слишком популярен. Людей, которые умело преподают эту спортивную дисциплину, лишь единицы. И все они начинали свое профессиональное восхождение с простых туториалов с Ютуба. Возможно, теперь, после нашего сюжета, эта ситуация изменится в лучшую сторону. И все желающие ребята смогут на нашем примере проникнуться духом фристайла. Степан Ляхов, Игорь Пусть, Александр Батура, специально для СМТВ.